Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Муран, и я являюсь основателем и директором школы гитары Муран Джонс. На протяжении 8 лет существования нашей школы мы постоянно улучшаем и модернизируем педагогическую программу, добиваясь тем самых высоких результатов в обучении учеников. Основной уклон по программе был в пользу практических навыков игры на гитаре, изучение сложных техник и стилей музыки. И я могу сказать с уверенностью, что наша программа самая лучшая по освоению музыкальных инструментов, таких как классическая, акустическая, электро и, конечно же, бас-гитара. И это факт, а не пустые слова, который подтверждает победы наших учеников в международных и всероссийских конкурсах. Несмотря на то, что наши ученики играют превосходно на гитаре, большинство клиентов долго просили внедрить теорию музыки, чтобы разбираться в нотах, табах и, конечно же, их длительностях. Еще в 2020 году я задумался о внедрении теории музыки и приступил к разработке педагогической программы по ее основам и азам. Поверьте, создать то, что должно работать не в теории, а на практике, совсем нелегко. Ведь множество педагогической литературы не соответствует действительности, даже которая предназначена для государственных музыкальных школ. Нет, я не хочу сказать, что данные пособия плохие. Совсем наоборот. Только в них не учитывается одно – психология ребенка или подростка. В особенности не учитываются нынешние реалии. Дети не просто не любят теорию, а из-за нее ненавидят музыку в общем. И я, как адекватный специалист, конечно же, это осознаю. Поэтому я разработал свою программу обучения по теории музыки и в течение года опробовал ее на своих учениках. И что же я хочу сказать? Результаты были колоссальны. После прохождения теории несколько моих учеников поступили в музыкальный колледж на факультет звукорежиссуры. Сдав вступительные экзамены, как вы думаете? Отлично! Моя программа уникальна тем, что она совершенно не занимает много времени, легка в освоении и, самое главное, она очень интересная и эффективная. Разумеется, все наши учителя прошли повышение квалификации и превосходно смогут преподать теорию музыки каждому нашему ученику до полного ее понимания. Разумеется, после прохождения теории и сдачи экзамена каждый ученик получает соответствующий документ. В связи с усовершенствованием программы и повышением квалификации наших педагогов, стоимость занятий стала обоснована, но немного выше. Ведь доплатив минимальную сумму, вы или ваш ребенок получает полноценные музыкальные знания, что открывает огромные возможности самостоятельно и на профессиональном уровне развивать искусство в полной мере без сторонней помощи. Лично я считаю, что это отличный вклад в собственное же музыкальное развитие. Ну, а на этом у меня все. Благодарю вас за внимание, за просмотр. Пишите ваши комментарии, что думаете об этом. До скорых встреч и всем пока-пока!